Казахстан поможет Афганистану восстановить экономику. Об этом сегодня на правительственном часе в парламенте заявил министр иностранных дел Бейбут Атамкулов. Сейчас, по его словам, товарооборот между странами $500 миллиардов. Из них основной оборот составил это поставка 2 миллионов тонн пшеницы и зерна. Сегодня 80% зерна и муки из Казахстана. Вот это идет вот через экономизацию и через вот эти гуманитарные вещи. Кроме того, мы же еще и обучением занимаемся. По словам дипломата, казахстанская компания будет строить железную дорогу, связывающую Афганистан и Иран. Кроме того, в Исламскую республику планируют привезти 350 тысяч тонн рельсов. Также Казахстан планирует разработку 3 нефтегазовых месторождений Афганистана. Бейбут Атамкулов – один из министров, сохранивших кресло после отставки казахстанского правительства. На должность главы внешнеполитического ведомства Казахстана его назначил президент страны Нурсултан Назарбаев в декабре 2018 года.